когда я только пришла, мне было 7 лет. И я вообще не думала, что мне танцы настолько сильно понравятся, что я захочу их сделать как своей профессией. И вот на данный момент я даже без танцев уже никак не могу. Они стали частью моей жизни. И когда я выступаю, мне становится психологически легче. И такое появляется очень хорошее настроение, которое остается с тобой надолго. И вот сейчас, вот даже когда я, ну, пропускаю занятия, например, потому что я заболела, я даже дома просто начинаю тренироваться, потому что физическая нагрузка, она уже просто необходима, и когда ты приходишь в зал, ты как бы все твои проблемы, ты про все это забываешь и просто растворяешься в работе.